Марий Эл в течение ближайших лет должны быть газифицированы большинство сельских населенных пунктов республики. Создание комфортных условий жизни для каждого жителя региона является одной из основных задач работы правительства республики. Об этом глава региона Александр Евстифеев заявил на совещании с руководителями территориального общественного самоуправления, прошедшем в Маркинском районе республики. Отмечу, на сегодняшний день уровень газификации в Марий Эл превышает отметку в 88%, что на 20% выше, чем в среднем по России. Повестка встречи Евстифеева с руководителями территориального общественного самоуправления, или, проще говоря, ТОС, несмотря на кажущуюся узкую направленность, была весьма широкой. Да, безусловно, поговорили и об этом аспекте, но времени хватило и на другие вопросы. В частности, глава республики представил отчет о работе возглавляемого им правительства за последние 11 месяцев. Пользуясь случаем, жители района могли задать вопросы Евстифееву на те или иные злободневные темы. Опустив в частности, а куда уж без них, отмечу, пожалуй, одну из главных проблем – на взгляд местных. Это газификация муниципального образования. На что Евстифеев заметил, что уровень района по обеспеченности голубым топливом весьма неплох, хоть и оставляет желать лучшего. В третьей декаде марта в Йошкар-Оле пройдет большое совещание на эту тему. С приглашением всех заинтересованных лиц, газовиков федеральных, из «Газпрома», наш Минстрой, мы обсудили проблему газификации вашего района, Маркинского района. И там все вопросы. Добавлю, что, конечно, на совещании будет широко обсуждена тема газификации не только конкретного муниципального образования, но и других районов республики. Еще одна важная тема, как для Маркинского района, так и других – состояние с обеспеченностью населением питьевой водой и состоянием водопроводов. Евстифеев даст поручение главам муниципалитетов подготовить справки на эту тему. Возвращаясь же к теме ТОС, а о ней, безусловно, тоже говорили, отмечу, что в ходе обсуждения были подняты две проблемы. Одна из проблем – это пассивность основной части населения при реализации общественно полезных… Это не проблема ТОС, это проблема Российской Федерации, это проблема данного этапа развития общества. Народ стал пассивен. Те, кто родились 60 лет назад, они более боевито настроены и так далее. Поэтому нет, эта проблема-то есть, но только это не проблема ТОС. Ну да, не проблема ТОС, но проблема в том, что большая часть населения у нас находится на заработках и… Практически не готовы, низкий доход населения не готовы, в общем-то, вкладывать значительные суммы на решение вот вопросов местного значения. Это не проблема активности, это проблема платежеспособности. Платежеспособности, да. И создание рабочих мест. Вторая проблема, о которой говорил руководитель района – отсутствие мотивации у руководителей ТОС, которые работают на общественных началах. Глава администрации предложил каким-то образом, например, организации конкурсов профмастерства, мотивировать общественников. Глава Марий Эла согласился и посоветовал районным властям выйти с предложением в государственное собрание, дабы инициатива приобрела законодательные черты. Да и в целом Евстифеев призвал граждан быть более активными, притом в самых разных вопросах. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.